Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Капитан Врунгель, а также подписчик моего канала, игровой канал Иван Иваныч, а также коллега Толик. Передавайте привет подписчикам. Всем привет. И сегодня у нас вышло грандиозное обновление. Во-первых, добавили новую карту Сумы. Во-вторых, добавили новый троллейбус Троса 5265 Мегаполис. Это обновление было сегодня или когда? Вчера, походу. Ну, можно чуть-чуть было отъехать все же, потому что, чтобы не мешать другим. Сегодня вышло обновление. Людям. Я поехал. На остановку заезжать. Да, давай, езжай. Да, надо поставить штанги. Я просто никогда в реальной жизни не видел, чтобы водитель даже, давай, ладно, автобуса того же, на остановке стоял. Особенно, который используется карман. Вы едете там? Да, едем сейчас, подождите. Ну, а тут на это два троллейбуса встали на остановке школы 26. Так, и приехал третий водитель. Так, наконец-то мы выключили. Так, пошли, Толик. Толик, ты ко мне сядешь? Или кому? Не, на свое. Окей. Только мне его еще не запустить надо. Да запускай ты его, ради бога. Да сейчас чел там проедет. Давай, я на... Да, это на станции басы. Так, ставим седьмой. Пять, шестой, седьмой. Школа басы. Так. Я поставлю. Все, поставил. Я тебе седьмой поставил. Спасибо, Толик. Все, поехали. Да, давай, это чел сейчас разозлится. Все, Ванюк, давай, отъезжай. Центр лит. Обережно. Двери зачиняются. Наступна зупинка. Давайте я вас стою. Залізнична станція. Баси. До уваги пасажирів. 12. Е, давай быстрее. Тролейбус на парк. Залізнична баси. Знаходиться в ліквідації. Перепрошуємо за незручності. Залізнична станція, баси. Обережно, двері зачиняються. Осторожно, ви не збиваєте. Ну, во-первых, скажи, пожалуйста, почему спавнен не на конечных остановках? Во-вторых, почему так делать все загадки? Так. Сейчас поедет и Ваня. Я уже отправился. Да я сейчас тоже отправлюсь. Сейчас это... Надпись «Сума» стоит. Это говорит им о том, что это реальная карта Сумы, а не какая-то подделка. Ебучь, блять, модератор. Толик, не матерись. Как бы мы видео снимаем. Садись к Ване, ты будешь у него с пассажиром. Да, Толик. Толик, у тебя свой троллейбус? Уже нет. Так, едем. Так, проезжаем. О, все, зеленый, не увидел. Да, поехали. Это с информатором едешь? Конечно. А он нормально у тебя объявляет? Конечно. Объявляет адекватно.
сзади едет этот, который... Тоже на седьмом? Которого мы, мы пропустили. Давай скорее тут зеленый. Двери зачиняются. Наступна зупинка. Харківська вулиця. Увидно. Хіба що ж наш запрошує на роботу. Зеленый. Сядь, Толик, в тролли. О, ты сел, молодец. Блин. Только не в тролли. Поехали? Да поехали. Водила, веди себя поадекватнее. Ты посмотри, какой могу. А, он на 15-й. Нормально. Что творит, блин? Кстати, народ, вы заметили, основной подвижной состав, который используют ФСовцы, это Троза Мегаполис. Да. Раньше уж такого не было, раньше все использовали разные, то ЗИЛ, то БКМ, то ЛАЗ. Сейчас же ведь такого нету. Блин, что-то на этих на крестовинах, что-то уж на слишком маленькой скорости слетает. 20, по-моему, там. Ну, а на расходных можно вообще 50 лететь. Ну, не 50, но 25 там. Это да. А на стрелках, да, по-моему, 20. Если больше 20, то у тебя слетает какая-то одна из штанг. Нет, я 25 ехал, у меня все нормально. Странно, но у меня нет. Но, видимо, я, опять же, ехал со скоростью, а, как говорится, со скоростью слетают штанги. И да, если ты включаешь печку, то там штанги, то там только направо едет, налево не поедет. Да, я еще забыл сказать. Ваня, мы же будем все маршруты снимать на этой карте, да? Да, и будем мы все, и будем обозревать разные троллейбусы. Например, новый ЗИУ-10. Ну как новый? С обновленной тиристорной импульсной системой управления. Эй! Страшный. У меня слетела штанга. Я надеюсь, ты Мегаполис не мешаешь. Хотя, мне кажется, что тут посередине перекрестка стоишь? Потому что слетел. Да не, я не чекаю. Поехали. А, он что? У него залагал, и он тут пролебус. О, АКСМ. Кстати, там обновили РКСУ. Да. Обновили, да. Зупинка Харківська вулиця. Обережно. Попробуй стрелку быстро проехать. Да блин, да у меня вылетело. А, у тебя вылетел троллейбус, да? Нет, у меня игра вылетела. А, ну, тогда мы на одном и закончим выпуск. Эй! Да, вы доезжайте на конечке и заканчиваем. Не наглей так. Эй! Тормозис. На автономке он вообще наглеет этот. На восьмерке едет. Обогнал он. Тормози. К сожалению, один из троллейбусов не может эксплуатироваться, потому что он попал... Короче, что-то у меня поломалось, поэтому и мы закончим серию на этом троллейбусе. Всем пока, дорогие подписчики. Да, Иза попрощается, да. Иза попрощается с вами, а мы еще будем продолжать маршрут. И напишите обязательно мнение про новый троллейбус на новую карту. Обязательно напишите, да. Так. Мы сейчас доедем до конечки и закончим выпуск.
Так, мы будем заканчивать на подцентралите, походу. Бортовой номер у нас одесский, поэтому, соответственно, и одесский троллейбус. Кто прав? Лайки и подписка. Кто нет? Ну, трансфото читайте. Поворачиваем. Там конечная, походу. Так, сейчас мы развернемся и там закончим выпуск. Так, вот тут мы походу и закончим. Так, выключаем все тумблера. Так, мы выключаем все. Все, мы ставим штанги назад, только они почему-то непослушные у нас, не хотят вставиться обратно. Очень раньше хотя бы. О, поставили. Ну что, ребята, ну мы накатались мы на таком вот троллейбусе, ну что, ребята, оценивайте новую карту, новый троллейбус, ну что, ребята, на сегодня все, всем пока, с вами был капитан Врунгель, а также коллега Толик, попрощайся с подписчиками. Всем пока и удачи. Всем пока.